Синдром Ретта – это генетическое заболевание, которое характеризуется прогрессирующим расстройством центральной нервной системы, при котором период типичного развития ребенка сопровождается потерей ранее приобретенных навыков. Как правило, признаки заболевания формируются к 1,5 годам жизни ребенка. Заболевание наиболее распространено у лиц женского пола и является наиболее частой причиной умственной отсталости. Встречается с частотой 1 случай на 10-15 тысяч девочек. Данный синдром связан с развитием мутации гена MECP2, который располагается на длинном плече хромосомы X в участке XQ28. Ген MECP2 играет важную роль в транскрипционной регуляции других генов, кодирующих нейротрофический фактор головного мозга. На сегодняшний день вот из 7 тысяч известных так называемых редких заболеваний или орфанных заболеваний лечится только чуть более 400, для которых уже успела наука придумать лечение. Технологии настолько уже развиты, что есть основания полагать, что лечение синдрома Ретта тоже вопрос ближайших, может быть, 10 лет. Да? Это я уже с хорошим запасом говорю. Нам же надо этих детей сохранить. Казань – город с богатой историей, место рождения ярких личностей, прорывных идей, решений, свершений. В этом городе живут яркие, энергичные, активные люди. Именно они в меру своих сил, возможностей пытаются изменить мир к лучшему. И именно здесь, в историческом центре Казани, в 2010 году состоялась встреча неравнодушных людей. По результатам этой встречи было решено организовать ассоциацию содействия больным синдромом Ретта. На сегодняшний день в России это единственная общественная организация, объединяющая заинтересованные лица и ресурсы в решении предотвращения, лечения и устранения последствий тяжелого и коварного заболевания синдрома Ретта. Инициатором создания ассоциации выступила профессиональная российская теннисистка, призер Олимпийских игр Вера Знонарева. Она же стала и одним из учредителей фонда. О синдроме Ретта я узнала около 10 лет назад. Тогда это было достаточно тяжело диагностируемое заболевание, которым страдают в основном девочки. С первых шагов ассоциации известная спортсменка активно включилась в работу. Патронировала семьи, принимала участие в межрегиональном родительском семинаре, в Европейской конференции 2011 года, в Мировом конгрессе по синдрому Ретта 2016 года, которые состоялись в столице Татарстана, гостеприимной Казани. Большой опыт проектной деятельности, банк данных пациентов, нуждающихся в помощи, налаженные взаимоотношения с партнерами. Всем этим фонд поделился с Ассоциацией содействия больным синдромом Ретта, а Ольга Тимуца стала соучредителем и руководителем ассоциации. Новая организация требовала новых подходов, новых форматов работы. Ключевыми словами в организации нашей деятельности стали взаимодействие и взаимоподдержка. Пример, как сделать жизнь наших детей интереснее, продуктивнее, нам дали наши зарубежные друзья и партнеры. Среди них Йорма Сивоярви из Финляндии, Ред Папа, из Франции Жеран Гуен, доктор, и Тома Бертран, Ред Папа, представитель французской ассоциации синдрома Ретта, Пейдж Нуис из Международного фонда и Ассоциации синдрома Ретта.
Ассоциация была создана именно для такой цели, чтобы получить больше информации, информировать всех, кто окружает нас. Врачей, родителей, педагогов, социальных работников, потому что никто об этом заболевании совершенно не знал. Ассоциация действует в контакте с научным и медицинским сообществом, находит взаимопонимание с органами власти и местного самоуправления в Республике Татарстан. Выстраиваются контакты на федеральном уровне. Особенно ассоциация дорожит связями с родительскими организациями и дружественными объединениями пациентов. За 10 лет в реализации проекта «Взаимоподдержка» приняли участие семьи более чем из 50 российских городов, а также из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Проект стал фактически международным. В последние 2 года завязались и укрепились партнерские отношения с общественными организациями Казахстана, Армении, Молдовы, Беларуси. В своей деятельности ассоциация ведет работу по поддержке соотечественников за рубежом и популяризации русского языка. Также содействует развитию общественной дипломатии и формированию системной поддержки людей с редкими заболеваниями. J'ai rencontré Olga de l'association russe il y a quelques années et nous échangeons assez régulièrement sur nos actions et nous espérons pourrons mettre en place d'autres actions à venir, des actions communes de soutien aux familles. Et c'est vraiment nécessaire que les associations internationales se mettent en relation et créent des actions, créent des échanges qui permettent de mettre en exergue tout ce qui est positif dans chacun des pays. La manière dont ils se soutiennent, la manière dont ils mettent à profit des actions sur le terrain et la manière dont, dans chaque pays, la prise en charge est organisée, de façon à faire un échange de pratiques internationales. Одним из наглядных результатов деятельности ассоциации стало преодоление бытующих в общественном сознании стереотипов в отношении к людям, страдающим редкими, так называемыми орфанными заболеваниями, и к их семьям. Зачастую даже ближайшее окружение воспринимает такие семьи как обузу для общества. И медицинская проблема приобретает философский, морально-нравственный аспект. Кто ты? Дикарь, живущий жестокими инстинктами, или Homo sapiens, человек разумный, в природе которого заложены сострадание, доброта и стремление помочь. Ребенок с синдромом Ретта может появиться в любой семье. Thank you.
Принципиальную позицию в решении проблем по заболеванию синдрома Ретта занимал профессор Павел Беличенко, русский ученый, много лет работавший в университете Сан-Диего, США. Он с большим воодушевлением воспринял появление ассоциации синдрома Ретта в России и был ее советником и консультантом, выступал экспертом и послом доброй воли на международных мероприятиях. Близко подойдя к разгадке заболевания синдрома Ретта, он, к великому сожалению, ушел из жизни. Но российское Ретт-сообщество помнит Павла Васильевича и его слова. «Достойные люди принимают сложившееся положение с достоинством, они занимаются поиском виноватых. Они берутся за дело. Я призываю ученых всего мира, бросайте все и начните изучать синдром Ретта». За 10 лет работы ассоциации у нас было реализовано более 15 проектов. И сейчас наша задача и цель – это проекты, которые дадут семьям достоверную актуальную информацию, такую инструкцию, что ли, по жизни, для того, чтобы родители понимали, как жить с таким ребенком, что, в принципе, жизнь, она есть. В 2021 году ассоциация синдрома Ретта ведет группы в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, и общее количество участников этих групп более 1000. То есть большое количество семей сегодня у нас в России, которые берут, используют информацию, которую предоставляет ассоциация синдрома Ретта. Задача ассоциации синдрома Ретта России на ближайшее будущее – активизировать родительское сообщество, чтобы у каждого родителя была возможность участвовать в процессе и привлекать внимание к нашим проблемам и власти, и муниципальные органы, которые, в принципе, готовы помогать, готовы откликнуться. Просто им нужно объяснить, что нужно, да, семьям, чтобы взаимодействовать и лучше коммуницировать с врачами, со специалистами, чтобы дать еще большую поддержку нашим детям. И когда я узнала, что есть ассоциация синдрома Ретта, познакомилась с Ольгой, побывала на конференции европейской, то у меня появилась надежда на то, что можно что-то изменить, поправить, что есть способы, как помочь Алене, есть надежда на лечение, есть специалисты, есть ученые, которые работают над лекарством. И мне захотелось тоже принимать участие в работе ассоциации, чтобы что-то сделать в этом направлении. И я стала представителем ассоциации в Москве. Благодаря Ольге Тимуц я попала в чат родительский. И как раз помощь и общение с семьями, которые с этим диагнозом уже находились большее время, чем мы, как раз и помогло организовать ту помощь своему ребенку, которая не навредила. Потому что семьи, которые приходят чуть позже, чем мы, например, в 3 года, делают очень много, не могу сказать, что ошибок. Есть вещи, которые можно было избежать, попав на родительские чаты, общаясь с семьями, чтобы не наступать на те же грабли. То есть обойти сложные периоды жизни наших детей, не навредив им. Стараемся максимально и сами участвовать, и привлекать другие семьи для того, чтобы семьи не считали себя одинокими. И наше общение позволяет обмениваться опытом. А для семей, которые воспитывают достаточно тяжелых детей, они находятся в вакууме. Поэтому общение в любом формате просто необходимо этим семьям. Лет 5 назад я познакомилась с Ольгой Вадимовной Тимуце. Человек, который для меня очень многое открыл. Рядом с ней, честно, готова была свернуть горы, потому что очень грамотная, очень всегда во всем поддержит и поможет, проконсультирует. То есть вот пока вот мы с ней, как говорится, вместе работали, у нас много чего получилось.
Eh ben, on n'a pas eu de chance, elle a été diagnostiquée qu'à l'âge de 11 ans, parce qu'on n'avait pas trouvé un spécialiste qui connaissait le syndrome. Et à partir de là, on s'est inscrit tout de suite à l'ASFR, l'association française. Et puis on a donc eu un bonheur de rencontrer d'autres jeunes filles ainsi que les parents. Ça nous a énormément apporté puisque à partir de là, on a rencontré d'autres familles avec d'autres filles. Et puis tout s'est enchaîné, on a pu parler de nos difficultés, quoi. Ну, изначально у родителей возникает очень много вопросов, как жить с таким ребенком. И когда мы встречаем других родителей, особенно когда ребенок подрастает, подростковый возраст и другие сложности, которые возникают с ребенком, очень важно узнать опыт других родителей. Если будет найдено лекарство, то мы узнаем об этом первыми через ассоциацию родителей. Я нашла контактный телефон Ольги Тимуца. Оказалось, что она как раз вот открывает официальную ассоциацию по синдрому Ретта в России. Начала с ней очень тесно общаться и контактировать. В 2015 году совместно с ней мы организовали встречу у нас здесь, в Екатеринбурге. В основном я общалась, где они, что они делали, какой у них был опыт. В общении также там подключились уже родители, большинство родителей сейчас ассоциации 300 семей уже состоит. Все друг друга поддерживают в каком-то плане. Делимся в основном, кто где, как лечится. В интернете познакомилась, я узнала, что вот есть такие люди, ассоциация. Потом я ездила в 2011 году, был первый семинар в Казани, вот такой конгресс. Вот там мы уже лично познакомились, стали общаться по каким-то вопросам. Что-то тоже она меня привлекала, писать какие-то вот статьи, может быть, на вопросы ответить. Вот. То есть довольно давно уже с ней общаемся. Я вот какие-то новости, допустим, о лекарствах, я узнаю именно от Ольги. То есть какой-то опыт, вот ну, мы на том же семинаре познакомились тоже с какими-то зарубежными родителями, тоже было интересно их опыт посмотреть, узнать. То есть вот это именно все пошло через Ольгу, ее знакомство. Всю информацию по синдрому Ретта я узнавала именно с этой ассоциации, и как бы она все для нас была. То есть вся информация, все оттуда. Благодаря интернету, благодаря ассоциации, у мамочек, мне кажется, у многих возрастают крылья. После каждой конференции, несмотря на то, что мы, казалось бы, ну, вроде бы вот уже знаем все, да, но тем не менее, даже мы подзаряжаемся, возникают какие-то новые идеи. И за счет из одной какой-то конференции, да, возникает другая, которая более масштабная. Если бы не ассоциация, которая российская, я вообще бы не знаю, где я могла бы черпать информацию. Потому что звонки, разговоры, общение с разными врачами, это ничего результативного не было. Благодаря тому, что они создали сайт, вот этот РЕД-РФ, там просто кладезь информации. Что дает эта организация? Ну, как минимум, это поддержка, потому что ты понимаешь, что ты не один на один с болезнью. Ты видишь других родителей, общаешься в соцсети где-то, видишь успехи других родителей. Или наоборот, иногда мы, к сожалению, там видим и плачевные ситуации, когда там дети наши уходят. То есть это тоже все это переживается, помогает, что, соответственно, как бы сочувствие, оно в любом случае оно помогает людям. Это люди, которые нас вдохновляют и давно. С Ольгой Тимуцей мы знакомы с 16 года, когда познакомились с ней на Всемирном конгрессе по синдрому Ретта. Тогда я узнала, что я не одинока со своими проблемами, чаяниями, бедами, что есть, ну, может быть, к сожалению, а для меня и к счастью, такие же родители, которые все это время рядом. Если мы будем общаться, если мы будем рассказывать друг другу о своих победах, о своих неудачах, тогда путь следующих пациентов, следующих пациентских организаций, тех, которых завтра создадутся, или тех детей, которых завтра диагностируют, к лечению, к реабилитации будет короче в 5, 8, в 12, 20 раз. Когда я сейчас смотрю на очень сильных мам и невероятной команде мам, которая приехала из России, то есть если бы нас было побольше, вообще никаких проблем, то есть
нету, действительно нету преград, когда любящее материнское, вообще родительское сердце хочет для своего ребенка, сможет все. Просто вот каждый день благодарности всему вот вокруг. И спасибо еще раз за эту возможность, за этот грант, за все, что мы проделали за это время. И организаторам огромное спасибо. Девочек с диагнозом синдром Ретта, независимо от их национальности, возраста и внешней индивидуальности, отличает их особый взгляд. Ольга nous a dit tout à l'heure qu'elle avait appris avec le contact de tous ces philosophes, de tous ces sociologues, à ne pas chercher les coupables, mais au contraire à agir. Умнючие и совершенно такие глубокие, интересные. Все, которых я знаю, девчонки, с ними очень интересно, но важно научиться это видеть, научиться это понимать. Кажется, что этот взгляд одновременно обращен и в собственную душу, где охватывает невидимые миры и пространство, и проникает в сердце каждого, кто глаза в глаза встречается с этим взглядом. Он, этот взгляд, смущает и завораживает, и вынуждает по-новому взглянуть на звездное небо и мир нас окружающий. Этот взгляд пробуждает внутри нас нравственные законы.